26 января прошла открытая сессия Совета Григорьевского сельского поселения. В ней приняли участие глава Северского района, его заместители, депутаты и жители. На встрече с докладом о проделанной за 2020 год работе выступил глава поселения Сергей Ливенцев. Основным направлением социально-экономического развития поселения является решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов и территории поселения. Главными задачами в работе администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии со 31-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. В 2021 году особое внимание уделят развитию учреждений культуры. Планируется строительство сельского клуба в станице Ставропольской и капитальный ремонт Дома культуры в станице Григорьевской. Помимо этого, на регулярной основе будут наводить санитарный порядок и улучшать системы водоснабжения и водоотведения. Жители поселения могли задать вопросы главе района. Больше всего их интересовал ремонт дорог и тротуаров, увеличение количества автобусов между поселениями и оказание врачебной помощи. Все просьбы занесены в протокол для дальнейшего решения.